Вот собака лает, бегает. Это мы смотрим сегодня воскресенье, как было. А этот слышит, что они лают, и тоже лает. Его не видно. Благодари Бога за все. Еще не видно, то можем сделать. Видно будет? Свет зажжем. А? Тебя не видно, бродяжка? Вот он какой. Тоже лает. Он слышит, сам лает, и на него ураган лает. Заходи по скайпу. Это неверный, а нервный. Все время, через каждые два часа, да между ними можешь или сейчас сам начать молиться. Больше делать движений поклонов. Сатана сильно не любит это. Я сейчас передвину здесь, чтобы поклонов показать, как это. Благодари и благодари Бога за все. Что... Дурачки. Сейчас не пролезет. А он ничего не может взять. А. Тут вообще насчет этого. Иди по лямам, я а как он с кирпичом-то, помните, бегал? Зубал. Ты сейчас держишь и за ошейник. Урагана, возьми. А я того возьму, кто-то поиграет. Иди, смотри, чтобы наборник не слетел. Иди сюда. Верный. Верный, ко мне иди. Иди, иди, иди. Иди ко мне. Верный, ну-ка иди сюда. Это я сижу за столом. Лена, Лена засняла. А Сергей за этой бегает. А это смотришь, он реально картину воспринимает. Он никогда не лает, а тут... Вот дверь лает. Это кино воспринимает на полном серьезе. Ну, пошел. Ладно, мы поехали. Давай. Вон она где бегает. Порадовали вы нас. Ну что, плохо. Жалко даже забирать. Это я в комнате сижу у себя, здесь голуби находятся. Соседи, друзья, ты не... Покушка стой, ты форточка. Ты не верный, а нервный. Нервный. В рот не бери. Не бери. Они тебя только на этом состоянии депрессии держат. А ты, мол, 100 поклонов. Как молиться, так 100 поклонов. Заходи по скайпу. Он слышит, как там Сережа разговаривает, его хозяин. Сейчас сам начать молиться. Больше делать движений поклонов. Сатана сильно не любит. Никогда, чтобы так крутиться, никогда этого нету. Тут у нас будет переживания-то какие ему. Понедельник, вторник, среда, четверг, 4 дня. Андрея Кристофа. Ну ладно, Игнатий. Ну смотри, еще надо-то еще. А порядок такой, что снова это меня загоняю, а порядок такого снимаю. Пошли, провожу. Вот за ним бегает. Не забудь, что собаки. Наоборот, благодари Бога, что они у тебя здоровенькие. Вот я, говорит, каждый день вот этого, что они оставляют, все убираю. Иначе бы вся территория была такая. Ты понял, что здесь таблетки того и поклоны. Ты знаешь, как это делается, с нами Бог. И надеюсь на Бога. Остальное в руке Божьей. Смотри в огне, ничего не делай. Вот, смотри надпись-то, надпись. Сними надпись. Большие собаки. Обычно как пишут? Злые. Злая собака. А собаки не пишут, а тут большие собаки. А здесь... потом зачеркивают и пишут злой хозяин. Ага. А тут еще не скажут. Хозяева, говорит, большие это не какой-то порог. Да, значит опасно. Ну все. Ну все, с Богом. Давай. Сестры замерзли? Нет. Сестреночки, вы у меня тут замерзли, нет? Нет. Слава Богу. Мы хоть пообщались. Молодцы. Время, да, там дали вам? Да. Тепло сегодня, хорошо. Хорошо, что вы нас снимали. Ой, там эти... Две собаки невоспитанных уже. Но они хорошо.